Дорогие друзья, гости Вологодской области, 16-й раз красавица Вологда встречает гостей на межрегиональной туристской выставке сервиса «Ворота Севера». И каждый год мы открываем новый проект. В 2013 году мы запустили проект «Вологодчина. Душа русского севера», который стал уже не только известен в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. В 2015 году мы запустили уникальный межрегиональный проект «Серебряное ожерелье России». Именно здесь, в Вологде, мы дали старт этому проекту. И сейчас он широко шагает по всем регионам Северо-Западного федерального округа. С каждым годом количество гостей, которые прибывают в Вологду, растет. В прошлом году мы установили абсолютный рекорд по привлечению туристов на территории нашего региона. 2 800 тысяч человек. И по показателю прироста туристического потока мы заняли 8-е место в рейтинге регионов Российской Федерации по мнению Министерства культуры России. Наконец-то мы понимаем, что туризм становится драйвером российской экономики. И сегодня здесь более 200 компаний, которые представляют огромное количество туристических маршрутов. Это города-музеи под открытым небом, это природные заповедники, национальные парки. Я желаю всем участникам этого форума успехов, удачи и благополучия. Я уверен, что с каждым годом количество туристов, которые прибывают на русский север, будет только расти. Если говорить о туризме как об экономике, да, это тот драйвер, абсолютно правильно, который позволяет некоторым странам существовать. Но давайте будем не забывать о его составляющей социальной. Ведь через туризм мы можем с вами знакомиться с нашей родиной, с ее историей, с ее истоками. Как создать ту индустрию бизнеса, ту индустрию гостеприимства для того, чтобы люди с удовольствием приезжали. Обязательно сегодня на круглых столах попрошу, чтобы наши туристические операторы занимались приглашением сюда, в Вологду. И еще раз огромное спасибо за то, что вы так трепетно храните вашу историю, вашу культуру,